Ты заработать не хочешь? А что делать надо? Вообще ничего делать не надо. У тебя есть паспорт с собой? Сколько будешь ставить? 1000. 1000, да. Короче, прикинь, у меня экспресс почти доехал. 4 матча осталось. А карточка с экспрессом у Серега. Серега! Он здесь больше не живет. Ты встрял, короче. Это же моя карта. Без паспорта нет. Сос, что там за движуха? Реально 1000000 выиграешь? Погнали! Ты не знаешь эту историю? Это было в стародавние времена, когда время было молодым. Собрались собаки у луны полезать. И стали вставать на спину друг другу. И когда до луны оставалось почти ничего, кто-то из них обосрался. И вся башня рухнула.